79 регионов страны – это почти вся Россия. Больше 500 молодежных лидеров собрались в Алтайском крае, чтобы учиться, обмениваться опытом и просто знакомиться друг с другом. Молодежный образовательный форум «Алтай. Территория развития» объявляю открытым. Участники обучаются на 10 образовательных площадках, которые затрагивают социальные темы – волонтерство, межнациональное взаимодействие, развитие медиа. Другая часть отдала предпочтение вопросам управленчества. Так, самой многочисленной уже несколько лет становится площадка «Мой бизнес», которая объединила больше 200 человек очно и онлайн. Все они – действующие предприниматели и начинающие бизнесмены. В этом году это темы, связанные с трансформацией бизнеса, к адаптации к изменениям, и даже не только бизнеса, но и личности самой. Потому что ситуации стрессовые возникают, ну, та же пандемия, да, она породила много таких условий неопределенности. И мы на тему гармонизации отношений бизнеса и человека будем разговаривать. Обучение здесь ведется по принципу «лидеры учат лидеров». Так, ведущие московские предприниматели и сотрудники Алтайского фонда МСП помогут молодежи оптимизировать бизнес-процессы, изучить трендовые направления и провести анализ своего дела. Никогда не буду больше планировать длинными дистанциями. Я иду теперь короткими спринтами. Такая площадка поможет мне какие-то найти точки опоры, с которых начать, какой-то дать старт, познакомиться с нужными людьми, которые уже посоветуют, какие шаги предпринимать, как разработать стратегию. Участие в форуме – это не только теоретические знания. Для молодого бизнесмена есть шанс получить реальную помощь от фондов поддержки предпринимателей в своих регионах. Анна Рашегирова, Николай Шилко. День с толком.